Друзья, всем привет! Сегодня будем делать полезную самоделку из канализационной трубы, а именно из 110-й муфты, пару 110-х заглушек и куска 50-й трубы с заглушкой. Итак, начнем с разметки. На муфте надо сделать две перпендикулярные линии. На 110-х заглушках я сделал примерные размеры будущих отверстий, но это было не обязательно, на самом деле важнее найти центр, и сделаю я это старым проверенным методом с помощью угольника и линейки. В моем случае вместо линейки второй угольник. Далее подобрал коронку подходящего диаметра и высверливаю отверстие в двух заглушках. В муфте необходимо сделать пропил. Решил испытать китайские пилки для гравера и узнать, как они справятся. На самом деле, вроде пилят они хорошо, но надо увеличивать скорость. Но как-то страшновато, а на мелких оборотах не вытягивает сам гравер. Поэтому подобрал что-то среднее и приемлемое, и задача была выполнена. Далее тем же гравером подшлифовал заусенцы. Нужно сделать или взять откуда-нибудь что-то похожее на ручку. Я взял от старого и сломанного домкрата, но подойдет любая Г-образно согнутая тонкая арматура или кругляк. Подойдет даже согнутый 200-й гвоздь. Далее, вставив 50-ю трубу в 110-ю заглушку, ставим это все в муфту, предварительно сняв уплотнительные резиновые кольца с труб и примеряем. Торчащий край 50-й трубы размечаем и отпиливаем лишнее. Также немного подравниваем наждачной бумагой. С краю 50-й трубы сверлим отверстие. Отверстие в том же месте должно быть и в заглушке, поэтому ставим и ее заодно. Далее крепим к заглушке то, что можно назвать ручкой. Крепил я просто на пару кусков перфоленты. Можно было, конечно, приварить к ручке площадку и ее уже прикрутить к заглушке, но это лишь усложнит процесс изготовления. А нам надо чем проще, тем лучше, чтобы смог повторить каждый. Вставляем 50-ю трубу в 110-ю заглушку и фиксируем все это заглушкой с ручкой. Окончательно фиксируем саморезом с обратной стороны. Ручка должна свободно вращаться с 50-й трубой в 110-й заглушке и не выпадать. Далее берем провод и продеваем его через отверстие в муфте и в 50-й трубе. Затем край выводим через всю трубу. А далее заглушку вставляем в муфту. Так как снимать уже ничего не планируется, то сборку производим с уплотнительным кольцом. На торчащий конец провода монтируем розетку. А далее вставляем ее в 50-ю трубу. Она должна входить плотно. Если она немного уже, то можно намотать на корпус розетки, например, изоленту. Ставим с другой стороны муфты уплотнительное кольцо и ставим заглушку так, чтобы в отверстие встала 50-я труба. Самоделка почти готова. Сматываем ручкой провод. Поначалу кажется, идет туговато, но далее разрабатывается. На обратном конце провода, как вы поняли, устанавливаем вилку. Давайте испытаем. Разматываем провод и вставляем в розетку. Проверим на зарядке. Все отлично работает. Получился вот такой простой удлинитель. Думаю, тут метров 7 кабеля. Если нужно больше, то можно взять, например, 160-ю или 200-ю муфту с заглушками. И тогда кабеля поместится гораздо больше. Друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, самоделка вам понравилась. И если это так, то ставьте лайки и оставьте свой комментарий насчет полезности этого изделия. Лично мне понравилось.
А тем, кто еще не подписан на канал, я рекомендую сделать это прямо сейчас и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!